Всем привет! Еще немного ZBrush. Давайте посмотрим, как можно в ZBrush рисовать картины, там что-то свое делать художественное. Давайте откроем такую функцию в документах. Это Paint Stop. Вот такая фишка у нас выскакивает. Жмем Paint Stop. Он загружается, изменяется полностью наш внешний вид страницы. Теперь у нас полностью художественная студия. Как рисовать? Вот здесь есть разные мазки. Вот он уголь. Вот так он рисует. Выставляете меньшие полоски. Все это вы разберетесь. И допустим, нарисовали вы что-то, вам не понравилось. Надо вот нажать файл, открыть новый. Там же есть функции сохранить. Выбираете, я так понял, полотно. Вот здесь есть сохранить как, экспортировать, экспорт картинки и выход из Paint Stop. Вот такая фишка есть в ZBrush. Ну давайте немного порисуем. Посмотрим, что можно здесь делать. Допустим, вот такого джентльмена нарисуем. Вот таким макаром все это дело происходит. Давайте посмотрим пенсил, карандаши. Вот они у нас идут карандаши. 2B, 4B, HB. Dotel Link. Вот выбираете простой карандаш, допустим. И вот так вот он рисует. Следом идет у нас, значит, заливка, пипетки, ластик. Я так понял. Ага. Вот он, ластик у нас идет. Потом у нас идут угольки. Выбираем цвет тут. Вот можно разными цветами тут раскрашивать. Оттенки. Вы здесь вот регулируете полосками интенсивность. Дальше здесь идет ручки. Здесь что у нас? Давайте посмотрим. Так. Что-то он завис. Так, разницы не чувствую. Кисточки идут у нас. Вот давайте зелененький цвет возьмем. Вот так он рисует. Уменьшим колор. Ничего не происходит. Уменьшим тут интенсивность. Вообще квадратами поперло. Словом, разбирайтесь. Рисуйте картины. Используйте разные функции этой программы. Что-то подвисает, что-то вылетает. Все, всем до свидания. Творите, рисуйте. Делайте произведение искусства. Буду рад поглядеть на ваши работы.
Все, всем пока.